вот он, этот караоке-бар. Как я понимаю. Давай, Кенни, сейчас. Это кто у нас? Ой, так это ты ее бывший муж? Нет, не он. Наверное, босс его. Гарри, ты чего тут? Гарри, нахера. Чего это пищит? А? Че это пищит, будто козявка какая выползла, а? Слушай сюда, пусти по-хорошему. Как вам, Чичи? Теперь, судя по звуку, у козявки яйца отросли. Я забираю ее, Гарри. Скоро бомбу сбросят, на кону жизни людей. Жизни людей на кону? А ничего, что моя жизнь на кону. Я тебе уже фуфел чистил. Ради разнообразия или насрать? Босс меня пилит и пилит все время насчет этой своей Ани, чтобы я ее вернул. Ну так я ее загнал внутрь, причем без твоей помощи. Босс меня прикончит по-любому, если она и отсюда сбежит, а он уже едет. Хотя мне и жить-то особо незачем. Я в полной жопе. Что у меня есть? Хреновая работа. Слышишь меня? У меня дерьмовая работа! Нахрен ее. Нахрен, слышишь? Я тут думал обо всем. Как началась эпидемия, я все думал обо всем. У меня же все было на мази, прикинь, я был борцом. Я и хотел сказать, что у него футболка борца, вон маска. А жена, да. Типа Рей Мистерио. Она еще и классным механиком была, я все просрал, все просрал. А, он же не виделся со своей женой. Ронда, как мне без тебя плохо. Смеешься надо мной? О, нет. Ржешь надо мной? Только не говори, что драться я с ним. Я ему душу изливаю, а он, сука, ржет. Так ты на все готов, чтобы снова Ронду увидеть? Стоять! Даже меня впустить? Не зли меня больше, мелкий ушлепок. Все, с меня хватит. Хочешь войти в этот бар? Придется или меня прибить, или оказать услугу. Давай. Кто считает, что его надо прибить, отправляйте смс на короткий номер. Идите Ронду. Блять, она в другом конце этого сраного города. Ёб твою. Блин, но почему я не удивлен? Кончай фигней страдать, пацан. Внутрь только ладно, через годится. Мой труп. Бля, да как нехуй, я тебе сейчас, бля, ебало прострелюсь, ты меня будешь бесить. Придурок, бля, обоссанный. Шла вон. Давай, Кенни, садись на наш Бэтмобиль. Ха-ха, успел, смотрите. Хрена он его на ходу остановил, чтобы залезть. Только тут мы, кажется, не проедем. Пожарников. А, конечно, что тут крафтится мой любимый лагучий мотокаток, бля. О, да. Огромный лагучий мотокаток ебучий. Давай. Что там еще? Йоу, на летней страде в центре дамочка в чудном прикиде дерется с собаками. Ух ты ж, блин. Любовь зла. Обычное задание. Ну не по дороге, извини, дамочка, что-то прикинем. Бляха, ну прикинь. Ёб твою мать, ну как так-то? А, и все, мне не сесть в него больше теперь, отлично вообще. Давай в лоурайдер. Ой, блядь. Гамовер, гамовер. Он, Кенни разговаривает фразами из игр постоянно. Он говорит, мне фаталити не пропустить, не провести и все такое. Эти гамовер, гамовер выдал. Блять, как жалко мотокотов. Пошла вон. О, кстати говоря. Машины, которые я не крафчу, они ездят очень недолго, поэтому надо что-то делать все время. Например, мотоцикл из хлама. То, что надо. Я, конечно, не видел половину автомобилей, которые мне доступны. Я не знаю, с чего сделать. Симпатичная старушка, все мечтательная такая в отеле в Централ. Смотрел бы ты за ней. Давай, 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 блядь. Блядь, жирный тупой мудак. Может, ему некуда сесть? Нет, есть. Куда он втиснул свою жирную жопу, только я не понимаю. А вот еще запчасти для мотокатка. О, блядь.
Мотик из хлама не лагает, это его главный плюс. Но он и рассыпается очень быстро, это его главный минус, сука. Помогите! Помогите, пожалуйста! Ну ты ёбнулся. К зэкам, блядь, залез, требуешь, ему помогли. Пупок развлекает. Да, всем помогать, рука устанет. Я сматываюсь. Да, давай. Как тут объехать это говнище? Ебать, не смотри, сколько тут зомбарей. Автомат, если, блядь, пулеметики уже вообще погоды не делают. Ронда? Ронда, ты зайка. Здесь? О, нихера она. Ронда? О, блядь. Боже, Ронда! Ник! Ник, солнышко, осторожнее! Боже. О, нихера себе! Они меня пытали! Это потому что дура! Надо Ронда, было со мной оставаться, без товарища. Ты погибнешь, у нас всего пара минут. Аптечка. Перетянуть. Самое интересное квесты, я заметил, они. Но они все еще здесь. Приберегли. Ищут тебя. Наконец игры. Самые такие динамичные я моменты. Быстро, Ронда. Держись. Свяжись жизни вместе с Рондой. Свяжись жизни. Господи! Даже суки если. Драные. На тебе автомат. Стреляешь из говна с такой вот. Два чую. Эй, же два чуешь. Ой, а я себе вон что сделаю, смотри. Прикол какой. Блять, не из этого Ник, она делается. Скорей! Скорей! А, у нее время идет, ёб твою мать. А я тут стою, канистры какие-то выбираю. Кенни, тебе надо что-нибудь похавать на дорожку? Это поможет. Спасибо. Позязя. Ох, блять. О, ёб твою мать. О. Они из чего меня, блядь? С Катюши обстреливаешь, а! Сука. Пошли в жопу. Жри! О, слава богу! Надеюсь, еще не слишком поздно. Затяни. Вот, держись, Ронда. Он на мушке! Сайонара, умник! Это ж ключ какой-то. Огневая поддержка! Сейчас тебе будет, блядь, огневая поддержка. Да ебаный ты конопля, блядь. Сука. Я думаю, наверняка я сейчас еще куда-то придется бежать. Ну, Ронда, не умирай, прошу. Ронда? Ронда? Ублюдок! О. Ник, не торопись меня отпевать, я еще задержусь. Хрена им! Так, Ронда, здесь оставаться нельзя, идем со мной. Надо и крюк приделать, я говорю, капитана. Я не могу. Пиратов. Я нашел Гарри. Гарри? О, Господи. О, Господи, как? А Гарри примет ее без руки вообще назад? Ты уверен? Ага. Ее. А... О, какое же чудо! 9/8 Ронды он назад возьмет. Я не могу идти в таком виде. Да, руку тебе найти. Это последнее, что тебя сейчас должно волновать. Давай помогу встать. Надо идти. Первое впечатление важнее всего.
Он тебя уже драл. Я не пойду, пока не приведу себя в божеский вид. Овца, блять, какая овца. Найди мне баллон с ацетиленом, паяльник и шарнир. Нет, вы видите? Я что-нибудь соображу. Вы видите, что надо? Живо! Лады. Вы видите, что заставляют делать в этой игре? Это сюжетный квест. Был бы он побочный, я бы отсюда уже ушел. Световая граната. А, все здесь валяется. Лишь бы подошло. Она сейчас себе руку, походу, какую-нибудь сделает огнеметную. Классная выйдет рука. Ну, я так и подумал. Да, классная рука выйдет. Мы охереем сейчас все, наверное. Так-так. А что это у нас? Робот. Что-то с этим роботом можно было сделать же. Бери. Спасибо, тигр. Тигр. Спасибо, о великий. Вот такого подобострастного чела мне давно не хватает. Так, что? И? Ха-ха. Хера, киборг. Я рад, что он на моей стороне. Обычно такие против меня дерутся во всех играх. К бою готова. Пошли. Смех такой вообще. Блять, эти пидоры забрали у меня медведя пулеметчика, я вспомнил. Пошла в жопу. Робот. Ёлки зеленые. Коробка. Как ты только умудрился разыскать мою конфетку? Крафтим. Это он меня изначально отправил искать Ани. Сучий потрох. Сейчас, блядь. Эти еще здесь, придурки, да? Куда нам идти? Машины нет, хера нет. Я не знаю, как в гараже машину получить. Честно, я просто даже, блядь, не представляю. Что надо нажать для этого? А, вот машина. Так, а мне куда? А мне в объезд. Все нормально, все понятно. А заодно... Все так же рыдает шарманка. Смотри. Что-то опыт-то... Мало как-то идет опыта с этой... игрушки. Но он и рубит-то их, в общем-то, вяло-вяло. Но это один из первых чертежей, чего ждать. Охуеть вообще. Ну и дерьмо. Просто время потратили, посмотрим. Ну, хрен. А на асфальтовом катке, я так понимаю, мы не уедем, да, втроем? Нам нужна именно что-то типа автомобильное. На мотокатке мы не уедем, это да, но мы уедем на броневике. Отбат! Ну все, пизда. Считай, добрались. А что это взорвалось? Мотик, что ли? Кенни. Кенни Маккормик. Интересно, а если бы у меня... не было места в команде, что как бы этот квест проходил. Кенни пришлось бы убивать или что? При этом вы, наверное, думаете, что ой, вот я бы играл, я бы с самого начала игры накопился отряд здоровый. Ни хрена подобного. Вот этот драка с боссом, где мистер Мазохист, он не пускает с союзниками к себе. Он говорит один на один. Пришлось бы вам вашу команду где-то бросить, потому что оставить их нельзя в этой части. То есть вроде можно было как-то реализовать и продумать, но видимо как-то было очень лень. Профессионалов. С ним
лучше не ссориться. Я уже понял, что это была плохая идея. Меня эти мышцы просто с ума сводили. Нихуя себе полицейский разворот. Далеко ехать нам. А если бы я выбрал вариант убить его, значит что, я бы без ронда улетел, да? На розовом самолете. Счастливое будущее. Все, господа, выходим, дальше наш поезд не идет. Станция Лютые Лаги. Выходим, выходим. Что там взорвется сейчас, блядь? Это то, что мне надо. Да иди ты нахуй, а! Заебись, они мне просто даже встать не дают. В предыдущей части пчеломатка вообще-то больше народу убивала. Она прям, блядь, не знаю, там жало толпу разбрасывала. Здесь как замоков 20, наверное, от силы зацепляет, остальные уходят. Вип-вход. Пошли, Кенус. А, мачете. Возьмем на всякий случай, хер узнает, что из нее можно будет скрафтить. Ну что, трогательная встреча киборга и Гарри. Прикинь, она тебе такой рукой потеребонькает теперь. По привычке, поджарит твои яички. Ты не ту руку целуешь, Нига. Во! Я... уже не та, что прежде. Он сейчас расстегивает ширинку, а у него там ты тоже, блядь, лучше. Хуйня какая-то. Говорит, я тоже. Слушай сюда, парень. Ты со мной не держи. Скажи ему, пусть валит нахрен. А вы куда? Не трати жизнь впустую. Вот пусть сам пашет, а мне теперь есть зачем жить. То есть вы мне не помощники, да? Пошли, детка, давай пошумим. Гарри? А, да, чуть не забыл, извини. Я тоже пошуметь, Саня, хочу ключик, дай. Я посадил ее повыше и напустил туда зомбей. Поосторожней там. Вот ублюдок. Что? Я ебу. Вот и помогай после этого этим людям. Пошли, Кенни, хоть ты мой верный кореш. О, черт. Костюм крупье. А, костюм танцора диско. Деловайская рубашка. Водолазка. Где мои брюки танцора диско? Штаны танцора диска, вот он. Теперь так, нужны только штаны метху на чакраборте. Будет все, как я хотел. Метху на чакраборте закончит проходить Dead Rising. Я 20 лет уже Ник. Я иду. Не Никой. Что у нас тут делается? Джазовые руки. Звучит очень зловеще. А, видимо, стрелковые перчатки. О, да. Ага. Ну да. И еще. Я просто Эль Мариачи. О, да. Так, коллекционное говно не будем брать. Да что происходит-то? Ты будешь в них целиться сегодня, нет? На, тебе Кенни вискарика и приглотни. Дорогущего. Кожаная куртка? Нет, не хочу кожаная куртка. Я просто жду, когда Аня там нависится, как... А, и надо было всех убить. Вот совпадение. Ну что, моя цыпа?
Сейчас, видимо, явится босс Гарри. Будет драка. Она худенькая, спасибо, бледненькая. Да, нет, прям как я люблю. Надо нам что-то. Да, надо нам делать. Уже давно. Ты читаешь мои мысли. И очень сильно. А где Ред? Hot Chili Peppers я выступают. Я ждала его здесь, но он не пришел. Думаю, что этот козел снаружи опять и догнал. Сегодня не пришел. Я сказал, если что, пусть идет прямо к самолету, так что. Может, он уже там. Идем. А Ник так ждал, Ник? Надеялся и верил. Ох. Мы с Редом расстались, мы да? Мы были парой, но давно уже. Ой, о. Теперь нет. Ну давно уже. Хотя его и часа два назад. Ну а теперь мне я. Казалось, ты захочешь узнать. Да. Или я хотела рассказать. Да. Ты это. Вот видите, стоит спасти бабе жизнь, и сразу все становится на правильные рельсы. Пошли к самолету. Какому самолету? Давай подножку и на затылок. Она, это ж баба, она может передумать. Вдруг ее Кенни сейчас спасет. О, блядь, не одеться ли мне в платье для коктейля? Чёрт! О, нет! Ну да, конечно. Так она с нами? Забудь! Что ты, придурок, несешь? Чёрт! Чё с этим Кенни? Возьми, пригодится. Знаете, о, да! Хэви метал. Ой, а дробовики нельзя лошадать? Понятно, а как мне выйти теперь из этих дверей, если они тут везде стоят? Вот это ей нельзя дать? Вот тебе кое-что. Ну и нафига мне это? А я не тебе и даю, придурок. Пойдет. Во! Вот она, рыба моей мечты. Когда, знаете, когда они стреляют из стрелкового оружия, у них боеприпас бесконечен. И в прошлом Dead Rising так было, и в этом. Поэтому самое выгодное, что можно дать, я считаю, это вот стрелковый ствол нормальный. Блять, и опять в другой конец. Ну ёп. А, где я оставил мой БТР-мобиль? Где-то там, по-моему, да? Если Ник такой крутой механик, почему он не может сломанную тачку починить? Подождите, подождите, я оставил его между двумя грузовиками. Вон, вот. Ой, блядь, они пропали куда-то. За, блядь. А, он взорвался же. Ну, заебись. Продолжаем репортаж о суровых буднях пешехода, блядь. А что же это? А еще у них нет Friendly Fire, а у меня есть по ним, а у них по мне нет. Мне бы им два таких автомата дать. Они вообще вокруг меня всех зомби выкосили. Но херово то, что я опыта за это не получаю. За то, что они нагибают. Хочешь опыта, сам убивай. Девиз этой игры. Так, а у меня ключик от этого магазина не появился. А, ключик ни при чем, тут на втором этаже чертеж. А, о, чертеж, где, нифига себе. Это какой-то новый медведь с динамитом в жопе, наверное, на этот раз. Ну, взрывающийся мишка теперь. Мишка-пулеметчик. А, берем динамит еще. И крафтим его с мишкой-пулеметом. И теперь это супер-динамитный медведь-терминатор. Отлично, дайте я покажу, как надо. Хотите перекусить? Так с этим медведем. Ты что, садист? Пизда ему. Отлично, блядь. Ебал я крафт этих, блядь, ебаных медведей. Он три раза выстрелил и, сука, взорвался. Ну что, на одном мотике мы, наверное, втроем не уедем, да? А кто успел, тот успел. Тот успел, я считаю. Или что? Ха-ха! Я думал, жирный тоже сядет как-нибудь. Ладно, хрен с тобой, жирная падла. Считай, что тебе сегодня люто везет, бля. Маска смерти, перчатки. Что это за набор какой-то тоже, видать.
Не, ну видели, как медведь взорвался? Он бред, блин. А ну слезай! И снова рассвело, кстати, лагать стало сразу меньше. Сразу, как я сказал, стало больше. Не, ну реально меньше днем лагает почему-то. Я понял, лагать начинает после того, как я говорю слово лаги. Смотрите. Лагать! А, нихуя. А, о-о-о, запоздало просто. Но полагало чуть-чуть. Эй, осторожней! Не знаю, обещали кто-то говорил, что танк можно скрафтить, но я что-то даже не знаю. Уже конец игры, никакого танка и рядом нет. Пошел, скотина! Избавься от них! Видите, тёлка села на переднее сиденье и тут же начинает меня учить, что мне делать. О, тут лагает, конечно, вообще, блядь, несносно каждый раз, когда я еду. Где я там? Ёб твою мать, сколько еще ехать. Довольно забавный диалог сейчас с Аней произошел. Она говорит, давай если выберемся, сходим куда-нибудь. Не говорит, да ну нафиг, давай встречаться. Посмотри вокруг, у нас говорит, нет времени телепаться. Эй, посмотри, что тут происходит, это же пиздец. Отлично, и пока я валялся, мне всю комнату сбили. А, блять, все в жопу пошли. Бежим, бегом нахер отсюда. А, что мне там дали? Опять уровень. К набору ПП. И Кенни сейчас подохнет, походу. Надо ему хавочки найти. Я не хочу разлучать мой могучий отряд. Ладно, годится. Спасибо, такой великий. Сколько у него стало жизни? О, почти фулка, нормально. Вот она, сила молока. Говорят, что оно не полезно. Так, а у меня ключ есть? О, есть, смотри-ка, дали под конец игры. А, блять, он здесь же на крыше. Сука, второй раз, наверное, я буду тут уроды. Пошел в жопу. Ладно, все, нахер рашу. Я же слишком долго пытаюсь добраться. Зомби под конец игры стало просто пиздец. Тут скоро, знаете, некуда будет просто героев встать. Все в зомбарях будет. И все больше. Уже некуда просто. Я левел сейчас набрал 31-й просто за то, что толпу в комбо, блин, зарубал. Все, ура, самолет, улетаем отсюда. Хотя нет, еще босс этого Гарри же не объявился, как это, без босса, все который нормально? Босс босса. Да, просто вспоминается неприятное. Просто куда давай я тебе сейчас иммунитетную ванзюлю а сделаю. Не знаю, они не с вами? Рэд, мы не можем их бросить, только не теперь. Но мы не можем, ладно, так и быть. Но мы не можем, да, вообще. Я знаю еще одно место, где стоит проверить. Mm-hmm. Самолет заправлен? Все готовы? Ага. Больше никем рисковать нельзя, ясно? Да, кроме ясно. Меня, наверное. Будьте готовы лететь, когда вернусь. Он сам пошел что-то нет. делать? Вау, нихера себе, я уже думал, не доживу. Нам нельзя медлить. Стой, ты же Изабелла Кейс. Ходили слухи. Нет, ты не понимаешь. Что ты хотела рассказать? Давай на чистоту, без намеков. Я твоя мать. Построили около моей деревни лабораторию. Чтобы выводить жирных коров на прокорм вашей жирной стране. И эту лабораторию охраняли солдаты армии США. Правильно, во всем виновата сраная США. Они вели себя как самцы. Сеяли свое семя. А потом, когда доктор Барнаби обнаружил пчел, ну, появились зомби. И ваше правительство
Перебила почти всех выживших, чтобы скрыть правду. Орлита решил, что будет справедливо, если отправить детей обратно в страну, причастную к их рождению. Бомбочки замедленного действия, вроде твоего Диего. Бомбочки. Но он не хотел создавать совсем непреодолимую угрозу. Вот она, третья часть. Самая откровенная из всех откровений. Он дал этому сирот иммунитет. Ага, рандомно. Господи, Ник. Вдуй мне быстрее, да? Это ты, Ник. Ты спасательный круг, заготовленный Карлито. Я? Хуйня какая-то, господи. Ждали. Да. Мы тебя вылечим. Кто первый отсосет целебную свистульку? Она на все пойдет. Она уже ищет тебя. Нам надо спешить. Свисток великой панацеи. Я знаю, он так себе, но... Нам придется рискнуть. Ник! Ани! Выйдите сюда! О, это Ред. Надо всех собрать. Ник, прошу! Что-то, я думаю, там не к добру он там всех зовет. Что это такое? Ред? Позвал. Идите же сюда! И свалил. Мне помощь нужна! Ник, погоди, погоди! У нас нет времени, Ани! Опа-на! Ани, это подстава! Эй! О! Ох, нихера себе, у меня силушка богатырская. А это, наверное, Ред и есть, не? Вытащи нас, Ник! Ник, помоги! Эй! Ник! Нет! Ани! Вот так и становятся нелегалами. Сильная у тебя татушка, 12-й. Ты что? Знаешь, что она означает? 5 лимонов баксов для Реда. Быстро же ты отступился от семьи. Ладно тебе, я же говорил, я реалист. Да, с 5 миллионами баксов можно и сиротой побыть. Изгоем! И когда я прочитал ту листовку, то сразу понял, другой возможности срубить 5 миллионов мне уже никогда не представится. Ну так как? У меня твои друзья, а ты мои 5 миллионов долларов. Так что предлагаю обмен. Что-то мало дают. Ты дерьма кусок. За иммунитет. Жду не дождусь. Вытащи нас, Ник! Прошу! Ник, помоги! А куда он поехал? У него там так... У него контейнеры там на путях стоят, я видел. Ага, понятно. Ну что ж. Я рискну предположить, что это предпоследний босс, потому что последним должен быть начальник этого Гарри, или как там, этого борца бывшего. Потому что... Это одна из двух интриг этой игры вообще. Первая интрига — это цифры. Вау. В смысле, не цифры, да, а в чем замутка, то что цифры на шее, почему он избранный. Ну тут без сюрпризов, потому что у него иммунитет. А вторая — это что, на кого же все-таки работал этот хрен в гавайской рубашке. У меня до конца игры еще целых... А, да, бомбардировки. До бомбардировки города 3 дня 6 часов. 16, вернее, почти 4 дня. Но игра не очень длинная, с одной стороны. Но с другой стороны, если бы ходить в этой игре не приходилось так... Ездить, вернее, в этой игре не приходилось так... супер далеко, на эти супер дальние дистанции олимпийского марафона, игра была бы еще короче. Но в данном случае компактность была бы ей только в плюс. Что надо сделать, чтобы подобрать с пола пистолет? А меня так кто-нибудь будет прикрывать, неинтересно? Отлично, выстрел с сучара. Все? Кран готов? Из обычного пистолета? Не знаю, слушайте, уже можно начинать ныть о том, что я ожидал больше от этой игры или еще рано? Не вовремя! Может, действительно, это какой-то пшик получился. Вот эти... Где все, что вот это показывалось в трейлерах? Вообще, блин, слушайте, трейлеры у игр делаются, ну, просто профессионально. Я смотрел трейлер Dead Rising и жалел только, что у меня плоечки нет, потому что...
Он планировался как эксклюзив. Теперь я в него играю и думаю, что нахрен дуплоечку лучше брать Xbox, честно говоря, потому что нахер такие эксклюзивы. Ну, если Last of Us не считать. Хотя и Last of Us я смотрел геймплей, в общем-то, там со мной. Не такой интересный, как сюжет. Так семья важнее? Не, я сиротаник, как и ты. Ой, а у него, наверное, тоже цифры на шее, нет? Нет, никак я. Потому что я Митхун Чакраборти. У тебя ни единого шанса, Ник. А я не один. Всю жизнь это... Сейчас я напою хорошо. Толстого, и он тебя... Спасибо. Остановите атаку Реда, чтобы он стал уязвим. Не заставляй меня повреждать товар. Не успел. Герой очень криворуко провел захват. Да. Твоя девушка левая рука, Нига. Смирись уже! Смирись! Ублюдок! Ничего не хочу сказать, но жирного, походу, сейчас убьют. Это поможет. Спасибо. Он долго пил эту бутылку. Тебе конец. Тебе конец. Вау. Я уже устал от тебя. Вертушки у него профессиональные. Он ногами, а это как боксер перчаточками чисто. Ты труп, и ты это знаешь. О, нихера себе, ну троечку провел вообще за душевную. Ну это вообще, блядь. Просто кровавый спорт. Твое здоровье, паскуда. Я попытался прикрыть своим телом жердяя, но не смог. Но попытка была благородная. Жирный, знай себе, поливает его, смотри. Надо было им сани наоборот пушки раздать, этому гаджетную. А ей обычно. Ну все. Я ставлю на то, что это все-таки предпоследний босс. Полковника убить, видимо, опять не судьба будет. Надо же Капкому чем-то развлекаться, когда они не делают Resident Evil. Что с тобой стало? Сделают четвертый Dead Rising. Все что-то получают. У всех что-то есть. Я решил, что пришло мое время. В одном ты прав. В чем пришло твое время? С такими мыслями надо идти в летсплейщики, бро. Ник? Ани, ты цела? Ну жахнет ее в десна-то уже. Черт, вам нужно подкрепление? Это Хемлок. Говорите громче, я вас едва слышу. Вы захватили сироту? Никого нету дома. На моих зажали. Прошу время на завершение миссии. Хорошо. Даю еще один день. День. Мелон будет только рада. День, блядь. Дополнительный день. Еще не закончили. Сучьи вы дети. Мы тоже. Оу. Вот, да у меня даже хуец пристал. Вот эта эротика. Ну, идет загрузка, я замер в интриге. Будет допик, нет? Кейти! Кейти! О боже, папа? Милая. Какой нахер прошу. Папа? Мать прости. Твою за ногу! Папа, прости меня. Кейти, вот ты где пропадала? Вот это поворот, блядь. Я чуть блядь. Не спятил, когда ты сбежала. Блин, ну не прелесть ли, а? Это ж... Обожаю счастливый финал. Папа... Прости, я видела, как ты мучаешься. Кэти? Тяжело тебе меня скрывать. Южани звала. Брэкс вечно искать. Он губит людей, как наркотик. Ёб твою мать, вот это да. Милая, ты не была для меня обузой. А сколько лет-то прошло? Лет 20, что ли? Виноват.
Нет, подождите, ей это тогда было 8, лет 10. Не горжусь тем, что сделал. Боже, как долго я тебя искал. Это на тебя Гарри работает? Я не отпущу Ани с бандюгой. Мне плевать, что ты ее отец. Она тебе не принадлежит. Я 2 года разыскивал свою дочь. А теперь еще зомби, как тогда, когда погибла ее мать. Ты ничего не знаешь. Кто он вообще такой? Ник Рамос. А ты? Чак Грин. Чак Грин. Ну все. Папа, как ты меня нашел? Через Гарри. Он услышал, куда ты идешь. Я убить его хотел, что он тебя упустил. Но жердяй был счастлив, как никогда. Давно не виделись, Чак Грин. Изабелла Кейс? Ну тут, блядь, прям слет старых друзей, твою сука. Лицо. Доктор Меллон всегда мне завидовала. Я-то хоть ходить могу. Ну, я же сказал, что у них шрамы похожи. Человеку в безопасное место. Что, этого сопляка? Ха, это шутка была? Внутри него, в его организме, содержится лекарство. Средство против паразита. Давайте быстрее на самолет. Времени уже мало. Ну, за дело. И что? Так будет еще один день или нет? Вот самолет, да. Прям как из фильма про самолеты от создателей тачек. Розовая шняга. Мы все в самолет не поместимся. Мы с Гарри остаемся. Да вы что, охуели? Попробуем собрать всех, кто еще жив, и вывести их отсюда. Мы что-нибудь придумаем. Я не могу вас бросить. Да расплачься. Ты теперь важнее всех, Ник. Сучечка. Прямо в такой огромный самолет все не влезут. Можно ведь не занимать сидячие места, можно стоя забывай, поставить, как в маршрутке. Есть семья. Ладно? И ни разу не опаснее. Ладно, давайте, валите. Пошли отсюда. Грусть. А вы вообще летать на нем умеете? Придется как-нибудь так. На удачу. Хотели оба за штурвал сесть. На удачу. Чак Грин бы его наебашил, если бы они подрались. И все. Земля, прощай, пора нам в путь. Ага, глава 6 пройдена, но там день 7. И глава 8 открылась вот так-то. Допик. Внезапный сюрприз. А, хрен, смотрите, все. Видимо, та глава будет DLC. Или что? А, нет. Вот после каких-то попытки титров. Сэр, генерал Хэмлок, сэр! Обратите внимание, что этот Ник Рамос уже с пиздаком под глазом. Видать, Чак ему уже накатил разом. К уничтожению города. Это Хэмлок. Мощнейшее оружие, когда-либо известное человечеству, почти что у нас в руках. Ракета Тополь. Взлетай, Ник. Ты не лучший момент выбрал, чтоб трусить. Хэмлок чем-то тут занимается, собирает что-то. Какого дьявола ему надо? Вещество, выделяемое королевскими зомби, или его искусственный аналог, могут быть крайне опасны. Нужно лететь. Но нельзя же ему это позволить. Мы в 2 шагах от лекарства, и тебя вылечим. Разве ты не хочешь? И тебя вылечат. Ты не сечешь? И тебя вылечат. Что такое лекарство, если он добудет меня себе такое оружие? Вылечит. Что бы это ни было, оно начинается. О, Аня права. Не остановим их, и лекарство не поможет. Ник, прошу тебя! Пап, что ты делаешь? Кейти. Я когда-то умел решать проблемы, а не создавать. Папа пошел решать вопросы. Вот такой, с таким помощником. Идемте, я заберусь на кран и буду вас направлять. И что моя дочка в тебе нашла? Хочешь впечатлить меня? Огромный член до колен. И тебе он тоже понравится, если ты будешь много звездеть. Ай, машина желтая, чаковская, ну понятно. Но это мы уже увидим в следующей части.